В Иркутске почтили память жертв терроризма. Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошел у мемориала «Вечный огонь славы». В мероприятии принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В этот день вспоминает трагические события, произошедшие в первые сентябрьские дни 2004 года в Беслане. Тогда во время террористического акта, по официальным данным, погибли 334 человека. Из них 186 детей, 15 учителей, 11 бойцов спецназа. Более 900 человек получили ранения. Самому маленькому из погибших исполнилось 6 месяцев. Это незабываемо. Это как рубец. Он остается в сердце, он должен быть в памяти. И сегодня я признателен, потому что сегодня было молодое поколение. Оно должно чувствовать это, понимать и пропускать дальше. Потому что сегодня терроризм рядом с нами.